Привет, Антонио. Боже, так рано темнеет. Ну, и как погодка? Замечательный вечер. Не облачко. После работы пошла с подружками на берег. Решили искупаться. Понятно. Да. И вот они ушли, а я никак не могла пропустить закат. Солнце садится в океан, это так красиво. Антонио, что с тобой? Вот. Прикройся, а то еще простудишься. Спасибо. Привет, Габи, отличный наряд. Хорошо, хоть кому-то нравится. Хорошие новости. Доктор Эстрада сказал, что мы можем сейчас увидеть Марию. Здорово, может быть, это поможет ей все вспомнить? Я молюсь за это. Я тоже. И я. Я хочу, чтобы все было хорошо, чтобы у вас снова была сестра. Чтобы вы были все вместе. Спасибо, Габи. Прости. И меня тоже. Пойду переоденусь, если никто не возражает. Что-то его беспокоит. Думаешь, мы? Не знаю, и ничего не понимаю. О чем ты, Габи? Не пойму, в чем дело. Какой-то он не такой. Я думала, что это из-за сестры, но тут что-то еще. Я же говорил, он нас избегает. Похоже, так и есть. Я не обращала внимания. Знаешь что, давай присмотримся к Антонио, постараемся понять, что его так беспокоит. Ладно, хорошая мысль. Отлично. А пока что я хочу повторить. Негодник. Сама знаешь, это ты меня вдохновляешь. Что смешного? Да так. Ну, пошли, идем? Да-да. Только возьму пиджак. Он на кухне. Поживей. Что это у тебя? Это карманные часы. Мария подарила перед свадьбой с Беном. Красивые, люблю старинные вещи. Да, возьму с собой. Может, это как-то подействует? Не ходит. Сейчас заведу. Не работает. Механизм сломан. Дай-ка. Антонио? Прости, часы старые. Боюсь разбить. Да нет. Что ты такой нервный? Ну, ты готов? Да, идем. Ладно, до встречи. Пока. Что это с Антонио? Прости, Габи.